Дорогие коллеги, от всей души поздравляю медицинских работников Центра «Здоровый ребенок» с Днем медицинского работника. В ваших руках находится самое ценное – это жизнь и здоровье наших детей. А здоровье и жизнь наших детей – это будущее нашей страны. Я с гордостью могу сказать вам, что мы коллеги, потому что на протяжении 20 с лишним лет я тоже проработала в практическом здравоохранении. Я желаю вам здоровья и успехов во всех ваших начинаниях.